Нижнекамск – это крупнейший нефтехимический центр России. Был, есть и будет, потому что все проекты, которые мы сегодня реализуем, и та программа как бы развития Камского промышленного кластера, она опирается на эту площадку. Нижнекамск, Нефтехим, скажем, крупнейший производитель каучуков не только в России, но и в Восточной Европе. Практически каждый год Нижнекамск, Нефтехим сдает какой-то новый завод. Что с нефтью-то? Закончилась ведь она привычная. И через 30 лет, и через 50 лет, и через 100 лет Татарстан будет добывать нефть, но это будут другие технологии, это будет уже в любом случае ресурсная база, которая есть, она будет служить и дальше людям, которые здесь живут.